Участие в заседании приняли ученики старших классов, педагоги и приглашенные гости. Начальник военного комиссариата Николай Николаев, ветеран вооруженных сил Сергей Тощев, председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова, а также те, кто уже отслужили в армии, Евгений Полковников и Михаил Зайцев. Каждый из гостей рассказал свою историю о службе и с охотой ответил на вопросы школьников. На мероприятии ученики рассказали об истории создания Красной Армии и ее героях. Ветеран вооруженных сил Сергей Тощев объяснил ребятам, почему важна армия для страны. Все мы с вами прекрасно понимаем, что у государства должна быть армия. Потому что для того, чтобы жить спокойно, растить детей, работать, развивать свое наше государство, мы должны быть уверены в том, что нам никто не помешает жить мирно. Есть такая профессия «Родину защищать». Эти слова из фильма «Офицеры». Все вы, наверное, их слышали. Вот. И поэтому, кто сегодня, ребята, из вас, допустим, планирует посвятить себя военной службе, заранее должен настраиваться на то, что эта служба легкая никогда не бывает, но она и почетна. Каждый мальчик должен понимать и быть готовым, когда вырастет, в любой момент защитить свою родину. Для этого и проводятся такие мероприятия. Это наша земля.